Критическая ситуация на дорогах севера страны. Лютые морозы сменились резким потеплением. Автотрассы мгновенно сковал смертельно опасный гололед. На смену 40-градусным морозам резко пришла сильная оттепель. Градусники показывают всего минус 3. На дорогах массово образовались колеи, с которыми дорожники просто не успевают справиться. Ситуацию усугубляет и сильный гололед. Удержаться сложно даже крупногабаритному транспорту. На трассе Петропавловск-Жезказган слетел в кювет пассажирский автобус, следовавший в курортное Имантау. Без человеческих жертв обошлось чудом. С травмами госпитализирован один из 25 пассажиров. В ближайшие дни в регионе ожидают еще больше проблем на дорогах. С 21 по 24 декабря текущего года ожидается ухудшение погодных условий. Будет буран, ограничение видимости. В связи с чем просим водителей быть предельно внимательны на дорогах, без острой необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. Если же вы выезжаете, нужно иметь при себе обязательно теплую одежду, средства первой помощи, зарядить свой мобильный телефон, быть на связи всегда и по возможности на дальней поездке не брать с собой детей.